в программу следующей диспансеризации, которая будет проводиться в 2024 году, введен такой пункт. Проверка на фертильность, то есть способность производить здоровое потомство. Так вот, если вы способны, как выяснится, производить здоровое потомство, но почему-то его не произвели, то самое место для вас – это разговор с психиатром. Алексей Анатольевич Навальный жив. Он не в самом лучшем состоянии здоровья, но он совершенно точно жив. Его отсутствие сейчас на горизонте, точнее на радарах, объясняется одной простой причиной. Кремль предложил Соединенным Штатам обменять Навального на тех людей, которые интересуют Кремль. Если сделка не состоится, условия содержания Навального резко ухудшатся. Ну, говоря без обиняков, его хотят замордовать. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, и не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. На конец весны, начало лета намечена массовая национализация крупных активов. Вот сейчас вы уже, наверное, слышали о начале национализации Челябинского электрометаллургического комбината. Это в высшей степени успешное и процветающее крупнейшее предприятие. Речь идет о массовой мобилизации активов. И говорят злые языки, что и Норникель, и Русский алюминий, Русал, они тоже будут находиться под угрозой. Сам Патрушев намерен формально уйти на пенсию, то есть покинуть пост секретаря Совбеза. Или оставаться на пенсии, или занять какую-нибудь некую почетную должность. Ну, допустим, он там возглавляет Федерацию волейбола. Он вот во главе Федерации. Но он не намерен отстраняться от дел. Ну что вы, громадье планов, которые надо довести до конца, он сейчас эти планы инициирует, их надо довести до конца. Вместе с Шойгу покинут Министерство обороны практически все заместители. Все заместители министра обороны. Ну, вы, наверное, уже знаете, ну, давным-давно знаете историю о коррумпированности некоторых из замминистров. Фамилии перечислять не буду. Это притча во языцах. Усилить давление на украинском фронте. Причем усилить его значительно, усилить колоссально. Вопрос в том, возможно это или нет. Вот сейчас с трудом пытается взять Авдеевку. Это продолжается на протяжении нескольких месяцев. Ее надеются взять к президентским выборам, чтобы объявить, ну, конечно, не о стратегическом переломе, но о там, колоссальном успехе.